поражение второе подряд. Подряд, ну еще супер. Второе поражение. Ну, вторая игра, второе, скажем так, поражение, да. Та же проблема, сегодня не было основных исполнителей. Это первая причина. На самоотдаче старались, в втором тайме особенно. Ну да, были ошибки, как бы, и без этого. Могли, в принципе, очки сегодня добывать. Почему команда играет на концерту главу по пропущенной головы? Почему играет? Погодите, давайте, мы с первых минут. Говорите. Припечет и начинаем играть, ну это их проблема. Такая общая. Людей. Ну, скажем так, начинаем играть, когда нам забивают. Есть такая проблема. Мы всегда часто первое пропускаем и начинаем играть. Особенно в втором тайме. Какая была установка на игру сегодня? Установка на игру сперва играть от обороны, поскольку нас меньше было. Играть на контратаках. Ну, в принципе, моменты были, как бы не использовали. Во втором тайме уже мяч пошел в ворота, но наконец не дожали, скажем так. Могли. Судейство просто действительно у вас все. Судейство. Ну, в принципе, нормальное судейство. Всем довольны. Пару вопросов есть, но в моменты. В принципе, все нормально по судейству. Спасибо, удачи. Будем стараться. Команда отошла в поражение обидного. Ну вот сегодня пытались и дойти, видно, не так уж и легко это сделать, потому что поражение было действительно обидным. Сегодня вышли вроде собраны, но, наверное, не так много сделали выводов, потому как ввели 3-0, пропустили 2 гола. Значит, надо еще работать над психологией. Видно, нам одной игры проиграно и так мало. Команда выиграла 2 раза тайма, это не настрой, возможно, что поверили себе рано. Ну, судя по последним играм, то есть у нас как бы все стандартно. Мы сначала забиваем, потом расслабляемся и начинаем уже пытаться сохранить счет, который есть. Ну, где-то надо работать вот, психологически, чтобы не отпускать соперника при забивании. Сегодня забил гол, доволен стоял. Сегодня получше сыграл, чем в прошлом туре. Забил гол, да, ну были, конечно, моменты. Еще есть над чем работать. Были моменты, когда можно было и увеличивать счет, но не хватило как бы мастерства. Поэтому тут только все еще впереди, надо работать, отдачи. Тренер сказал, развивал там. Перед игрой? После игры? Ну, сложно после делать какие-то выводы. Мы сегодня перед игрой собрались, поговорили. В принципе, так немного оценили, что было не так в прошлой игре, постарались в этой игре это исправить. В первом тайме это получилось, но, как вот я уже говорил, что не хватает немножко настроя, видно, вот после таких вот первых таймов. Ну, удачи вам. Спасибо.